ты здесь? Что такое? Ты же дорогу не знаешь. Вот пришли проводить. Чел упертый, давайте. Толпой не пойдем. А ладно. Ты только скажи, что в этот раз точно заплатим. В прошлый раз он некачественно сделал. Все заржавело. И сейчас уже только ты последняя надежда. Верим в тебя. Спасибо. Я его уговорю. Шикаку? Думаешь, он сможет договориться? Ненавижу тазики. Тазики? Среди этих чертовых тазов дома уже прохода нет. Только Наруто сможет убедить Нагату исправить ситуацию. Потому что у Наруто уже накипело. Че темно так? Алло, есть кто дома? Нагата! Конан, не бегай по комнате. Нагата! Отойди! Так вот ты какой, Пейн на все руки. Здорово, пацанчик, зачем пожаловал? Нагата, у нас в той деревне Крахов, где в последний раз тебе не заплатили за заказ, помнишь? Пацан, как ты смеешь приходить ко мне с долгами за спиной? Зная ваших скупердяев, нам вряд ли ты с деньгами пришел. Получи свое! Адуген! И своим передай, что любой труд должен оплачиваться по тарифу. Крахоборы, ненавижу вас. Весь выходной на вас убил впустую. Я понимаю, в прошлый раз некрасиво вышло. Но ты пойми, вся деревня страдает. А мне-то что с этого? Из-за тех, кто накосячил, вся деревня уже месяц без воды сидит. Войди в положение, но будь человеком. Нет. Ах ты бездушная сволочь. В народе уже глотки рвут за тазик горячей воды. Нагата, в деревне слесарей не осталось, все ушли к вам, скрытый дождь. Говорят, там зарплата выше, и в Конохе мастеров больше нет. Жители скинулись, мне денег дали и отправили. К тебе, все знают, что Нагата слесарь 8-го разряда, только он водопровод залатать в силах. Ну? Заказов сейчас много, сезон, сам понимаешь. Да и за прошлый раз вы еще не рассчитались. Да, я понимаю, в этот раз такого не будет. Джирайя-сенсей говорил мне, с Конохой лучше дел не иметь. Там крахоборы. Но так уж и быть. А водопровод в Конохе дело поправимое, но в этот раз, как говорил Джирайя-сенсей, деньги вперед, а потом за работу берись. Понимаю, предлагаю 600 рублей за работу. 200 долг закрыть и 400 за новый заказ. Мало. Чё, мало? Ты совесть имей? По двойному тарифу плачу. Хорошо. Но только при одном условии. Есть идея. Как ты знаешь, на днях Киберпанк вышел, а я как олд на максимальной сложности прохожу. Есть один момент, который я не могу пройти. Если ты пройдешь мне его, тогда сделки быть. Ну тогда, раз такое дело, ты слова и получаешь бессмертие. Как панзер в GTA. Только пообещай, ни с кем не делиться. Чё ты гонишь? Нет там никаких кодов, как в GTA. Ты чё, лоха увидел, пацан? Я уже думал воду вам провести. Помочь? А ты так, значит? Послушай. Послушай меня. Это только для стримеров. Тайно выдали, чтобы игра не такой сложной была. Смекаешь, Нагато? Не может быть. Нагато? Да что с тобой? Я смогу пройти Киберпанк? Сможешь, братан.
Я вчера прошел на изи вообще. Воду проведешь в деревню, даю коды. Только если кто спалит, не говори, что я дал. Я тут не при делах. Если спалишься на читах, криворукий рак, я в эти дела потом не приплетаю, хорошо? Ну что, берешь коды и деньги за работу? По руке, братишка. А ты знал, что раньше я был лучшим кольщиком орехов? Орехов? Чё за? Ну, двумя ладонями грецкий орех раздавить сможешь? Нет, а как? Так где перед твоим уходом продемонстрирую тебе старый талант. Техника разрушительных стальных ладоней. Нагато, не утруждайся! Конан, уйди. В этот раз у меня получится, как в молодости. Чего? Он реально может это сделать? Когда-то он был в этом лучшим. Пейн Орехонигилятор его звали в давние времена. Нагато потратил много лет тренировок, чтобы постичь это джутсу. И его прозвали Пейн. Почти. Силы уже не те, что раньше. Когда был молод, трескал их на раз. В следующий раз я точно сломаю этот орех. Ступай в деревню, завтра приду воду чинить. И своим передай. С Нагато шутки плохи, расколет как орех. Ну как прошло? Какаш-сенсей починит водопровод. Спасибо, мужик! Воду дали! Ура! Ура! Он починил воду! Тихо, пушка! Видать, Нагато уже наладил. Наш герой! Наруто! Ты смог! Наруто-кун! Он победил Пейна! Слышал? Подбрасывай его! Он заслужил! Наш герой Наруто! Как он стал героем? Да! Будем вернул воду в деревню! Теперь мы больше не свиньи! Мы так благодарны тебе, Наруто! Ура! Наруто-герой! Я отдамся тебе! Легендарное сказание о том, как Наруто вернул воду в деревню и стал героем Конохи.